Всем доброе утро. Ух, камни. Чуть я не упал. Хочу вам показать, как выглядит ноябрь в Испании. Это юг Испании, Кастабланка. И здесь вот такая вот солнечная погода в октябре и до конца ноября. А, вот видите, там далеко даже яхта плавает. И не одна, там еще люди купаются. Море сегодня спокойное, идеальное. Штиль, красота. Я даже не знал, что здесь, на Кастабланке, вот такая вот вода. И вообще, по атмосфере, по климату, здесь уникальный климат. Вот именно Марайра, Теулада, Кальпе. Здесь всегда теплая погода, даже зимой. Да, это крепость. Ну, сейчас секунду вам покажу, как выглядит город. Чуть-чуть немножечко. Вот это центральная улица, центральный пляж. Люди всегда здесь вечером сидят и днем играют на этих лавочках. Здесь отдыхающие всегда тоже фотографируются. Местные жители выходят ежедневно. И вот смотрите, как одеты. Сейчас вот октябрь, но в ноябре будут тоже вот так вот ходить. Все, потому что погода очень комфортная здесь для жизни. Очень много иностранцев, англичане и немцы сюда приезжают, потому что когда давным-давно здесь была какая-то то ли английская, наверное, колония. Чуть-чуть. Вот. Поэтому англичане здесь очень хорошо обосновались. Вот такой вот коротенький ролик, и закончу я, конечно же, моречком. Море идеально красивое сегодня.